сковородку сейчас наливаю растительное масло. Немного, потому что я добавляла туда, ну, буквально 2 ложки. Пусть нагревается. И возьму большую луковицу, очищу. Сковородка нагревается, и я вот, видите, здесь занималась детским творчеством. Мне просто, я хочу приготовить одно блюдо, и мне нужен большая луковица, мне нужна она как форма, видите. И я вот пробовала, как же это все вытаскивается. Ну, вытаскивается это все легко, с помощью вот такого приспособления, как для яблок. И вот такой вот лук. Сейчас я этот лук нарежу. Пока лук нарезаю, быстренько отправляю, масло уже нагрелось у нас на сковородку, хорошо нагретую. Мне нужно, чтобы хорошенечко прихватилось прямо. Вот как запахло. Обжариваю до корочки. Это свининка. Она у меня мариновалась долгонько. Вот чуть-чуть как корочка появилась, и отправляем сразу сюда лук. Лук не испортит. Никакой морковки, ничего. Это быстрая поджарочка. Ее можно кушать так. А можно еще отдельно сварить какую-то кашку. И будет очень хорошо. Я люблю немножко остроту, поэтому перец чили вот буквально там 5 колечек. И достаточно. Перемешиваю. Я добавила сюда. Видите, вот как хватает, как подгорает. Это хорошо, это у нас цвет. Мы томат добавлять не будем. Вот я добавила веточку розмарина. Уже свой вкус розмарина дал и аромат. Ну, пусть еще пока мясо будет. Видите, у меня в жиру не плавает ничего. Если будет маловато растительного масла, немножко добавлю. Но не спешите, не надо. Так, ничего не накрываю крышкой пока. Ай, какой аромат. Просто сказка. Розмарин делает свое дело. Вот купила я, воду поставила в стакан или в чашку. И все, и стоит. Водичку поменяла, и все хорошо. Так, и теперь я возьму столовую ложку муки. Вот, смотрите. И вот так вот рассыпаю. Мука пшеничная. Можете брать первый сорт, это не важно. Ничего я не добавляла жидкости пока. Видите, но у меня ничего не горит. Лук стал прозрачным. Я вмешиваю муку в мясо. Пусть пока розмарин там будет. Извините, так громко, просто ложка та, которую я перемешиваю, она у меня на мойке. Вот смотрите, как бы такое густое мясо стало, видите? Нету вообще сока. Вот, смотрите. Мука впитала в себя весь сок. Я просто не хочу сильно зажаривать, потому что жареное, вы знаете, это не очень полезно. Чуть-чуть еще подержу на огне.